оскорбленный чем-то, но я всегда к людям относился с душой и телом. Хочу сказать, что те же консервы, те же тушенки, рыбные консервы, те же макароны покупались по моей инициативе. И каждый сотрудник, который ездил туда, должен был еще и благодарить меня за то, что я им покупал и мыльные порошки, и мыло хозяйственное для стирки, и таз, и воду ежедневно я покупал, старался, чтобы брать эту воду с холодильников. Поэтому здесь обиды никакой не должно быть. По второму вопросу еще раз. Случались ли какие-то правонарушения?